привет! Сегодня видео, которого, наверное, уже 2 месяца не было. У нас сегодня распаковка XXL, потому что вы только посмотрите, какая коробочка мне пришла. Вернее, коробище. Как бы пупок мне с ней не сорвать сейчас. Я ее уже открыла. В общем, мне кажется, из этой коробки меня не будет видно в этом видео. Эта посылка была отправлена еще задолго до Нового года, но пришла только сейчас. И это, кстати, не вина сайта Shein. Они очень быстро все отправляют. Просто вот перед Новым годом эти посылки где-то застревают на таможне, и все, они могут не отслеживаться около 2 месяцев, как это было у меня. Мне иногда кажется, что вся таможня устраивает примерку из всех этих затерянных посылок и потом складывает их обратно. Причем какие-то небольшие посылочки, они быстро приходят, но вот именно когда объем довольно-таки большой, и это происходит все перед каким-то грандиозным праздником, то все. Лучше на эту посылку не надеяться. Поэтому я уже к Новому году там практически ничего не заказываю, только, знаете, какую-то мелочь. Но в обычные дни доставка супер быстро. В этот раз у меня прям конкретно пошло все по пи. И, кстати, в конце этого ролика я вам расскажу о тех самых тампонах без веревочки. Помимо вот этой огромной бандуры, которая сзади меня, у меня есть еще 2 маленьких посылочки. Одна с iHerb и одна тоже с Shein, но я ее уже оформляла после вот этого заказа. Короче, у меня тут недавно закончилась умывалка, и я решила попробовать что-нибудь новенькое. И подумала, что на iHerb я еще ни разу не заказывала что-то для умывания. И решила начать с косметики с самым высоким рейтингом. Хотела заказать одно средство, но так как не могла выбрать, сразу 2 себе закинула в корзину. Первая бутылочка выглядит вот таким образом. Средство для умывания на основе кокосового масла. Если я не ошибаюсь, бренд называется Alafia. Кокосовое масло здесь идет первого отжима. И написано, что это средство просто шикарно снимает макияж и все прочие загрязнения, которые попадают на наше лицо из окружающей среды. У меня сломалась эта бутылочка цвета черного чая или меда. Аромат действительно очень натуральный, не чувствуется каких-то резких отдушек, но по-любому нужно переливать его куда-то в другую емкость, потому что штуку эту уже не вернуть. И еще мне понравилось, что оно подходит для любого типа кожи. Здесь натуральные ингредиенты. В общем, буду пробовать, надеюсь, понравится. Второй продукт, возможно, вам уже покажется знакомым, потому что в России он есть в продаже. В некоторых магазинах я его видела. Но на iHerb, мне кажется, его можно приобрести по более выгодной цене. В этом продукте меня подкупило то, что он разработан дерматологами. Текстура у него довольно мягкая, которая не раздражает кожу. Тоже, кстати, стоил где-то 700 рублей, но отзывов реально на него было очень много положительных, и оно подходит для ежедневного умывания. Как и все, я стараюсь не упускать возможность сэкономить на покупках. Серьезно, я тут как-то посчитала, что за прошедший декабрь, с учетом всех моих кэшбэков и скидок, мне удалось сохранить почти 11 тысяч рублей. Так что всем настоятельно рекомендую пользоваться выгодой, если она есть. Особенно рекомендую заглянуть на популярный сервис Biglion. С его помощью можно экономить не только на покупках, но и на различных услугах. Причем выгодные акции найдутся более чем в 70 городах России. А скидки порой здесь достигают 90%. К слову, это самый крупный купонный сервис в России с аудиторией более 16 миллионов пользователей в год. Хотите заняться своей красотой? Не проблема. Заходите на Biglion, ищите нужную услугу с хорошей скидкой, покупаете на нее купон и все. Вам останется только лишь предъявить его при посещении специалиста, ничего доплачивать не надо. Купон уже стоит столько, сколько должна стоить эта процедура с указанной скидкой. И есть и вариант купонов с доплатой. Например, вы запланировали поход в ресторан, выбираете на Biglion подходящее место и приобретаете купон уже на скидку в этом ресторане. К примеру, купон стоит 100 рублей, но придя в ресторан и поужинав, надо будет все равно заплатить просто со скидкой. Все условия четко и подробно расписаны под каждой акцией. Более того, можно даже почитать отзывы о конкретной услуге или товаре.
В общем, все сделано удобно и понятно. Кстати, экономя с Биглион можно выиграть миллион. При покупке от 1000 рублей у вас есть шанс стать обладателем 1 миллиона рублей. Полная информация о розыгрыше указана на сайте. А по моему промокоду LOVE вам будет доступна еще и дополнительная скидка в 5%. Короче говоря, с Биглион меньше тратишь, больше получаешь. Так что обязательно забегайте на сайт или скачивайте приложение, чтобы сервис всегда был под рукой. Ссылки и промокод, как всегда, находятся в описании. Откроем вот этот маленький пакетик. Здесь совсем-совсем небольшой заказик. Первое, что мне попалось, это вот такой сверток. При съемке видео вы, наверное, часто замечаете, у меня вот эти вот картины, которые, мне кажется, уже стоят 100 лет на этой полке. Я заказала что-то подобное, но уже какого-то кремового цвета. Я просто в канцелярском магазине покупаю для них такую деревянную рамку и при помощи мебельного степлера их к ней прикрепляю. Вот такие картины я заказала на задний фон. На Shein, кстати, много вот таких наборов разных. Материал, кстати, довольно-таки плотный, прочный, напоминает мне даже какую-то скатерть. Я решила с довольным лицом поменять старые плакаты, и заняло, в принципе, это прилично времени, чтобы оторвать скобы. В итоге оказалось, что новые плакаты намного больше старых, ну и, соответственно, они под эти рамки не подходят, а вернее, под холст не подходит. Заказала под них на Озоне самые бюджетные рамки, и, короче, они теперь не влезают на полку. Надо искать другое место, а мне для заднего фона заказывать другие плакаты. О, вот эту штуковину я очень сильно ждала. Безумно интересная идея. Мы с вами пробовали как-то очень такое популярное приспособление в социальных сетях. Это накладка на голову, при помощи которой можно сделать кудри. Тут прям вообще какая-то другая технология. Ткань здесь довольно гладкая. С первого взгляда и не поймешь, что это такое. Напоминает висящие сосиски. Эта штука как-то, видимо, закрепляется вокруг головы. В общем, в конце видео я ее протестирую. Сейчас пока не буду трогать. Маска для сна, которую я ждала с Shein. Но, к сожалению, она ко мне опоздала. Очень все по-новогоднему. Жаль, конечно, что она ко мне пришла слишком поздно. И с обратной стороны атласная ткань. Теперь пришло время огромной коробки. И вы не поверите, в нее влез даже ковер. Так, первое. Что у нас здесь? Мягкий, плюшевый халат. На самом деле, я, по-моему, год назад или два года назад на Shein заказывала халат, но у меня его отжал муж, поэтому я решила ему отдать этот халат, пусть носит, согревается, а себе решила взять другой. Это идеальный халат, когда выходишь из душа, да и просто, чтобы согреться, когда дома прохладно. Мягчайший, прям как плюшевая игрушка. Также я заказала себе куртку. Как мало места она занимает. Я решила заказать что-нибудь прям белое. Если честно, я думала, что она будет подлиннее. У нее, конечно, нет капюшона, но, в принципе, я всегда сейчас надеваю шапку наверх или такую специальную шерстяную косынку, так что это не очень-то важно. Я, кстати, мужу тоже заказала куртку, я ее уже из коробки достала. И вообще, в целом, в этот раз я заказала целых 3 мужских куртки. 2 из них были на подарок, поэтому я их уже отдала. Если что, я вам ссылку оставлю. В принципе, неплохие куртки. Не скажу, что супер теплые, но носить можно. Еще мне понравилось, что в комплекте с этой курткой идет вот такая вот милая сумочка, в которую можно засунуть либо варежки, телефон и прочую какую-то мелочь. В прошлой распаковке я вам показывала сапоги, в которые у меня не влезла моя нога. Я, кстати, их решила все-таки отдать. Просто решила заказать другие сапожки. Конечно же, бежевого цвета взяла на вот такой тракторной подошве, довольно-таки массивной. И у этих уже, как видите, есть сбоку молния, так что, надеюсь, они налезут. Сам фасон мне очень нравится. Их можно, в принципе, и под юбку какую-то надеть, и под платье. Немножко они такие грубоватые, что меня в них и подкупило. Я, кстати, всегда обувь заказываю на один размер больше, чтобы прям точно подошло. Пусть там будет немножко местечко, но зато не тесно. Оказывается, все-таки ко мне не все товары пришли. Должна прийти еще, видимо, коробка. Тут у меня остались еще одни сапоги и вот такая штука на мою кровать. В любом случае, я дождусь еще одну коробку и досниму это видео. И я еще заказала точно такие же сапоги, но только в черном цвете. На самом деле, мне другая модель там понравилась, но ее быстро разобрали и остались только вот такие. Но, конечно же, они не зимние, они без утеплителя, они на осень, поэтому сейчас в них рановато ходить. Надо зиму переждать, и потом я уже их надену.
Еще я заметила, что на Shein сейчас очень много продается различных комплектов на кровать, то есть, к примеру, покрывало и такого же оттенка подушки. Один из них мне очень сильно приглянулся, и, кстати, цвет здесь тоже молочный, такой же оттенок, как и мои сапоги. Оно, кстати, очень-очень мягкое, довольно-таки тяжелое. В принципе, неплохо прошито, и самое главное, оно мягонькое и такого же типа наволочки. Сейчас я вам покажу, как это будет выглядеть все на кровати. В коробке с Shein помещаются даже ковры. Вот, например, у меня сейчас в руках ковер, и он безумно легкий. Это был самый большой ковер на сайте, поэтому я его решила быстренько заказать. Мне хотелось взять именно светленький. Он, мне кажется, будет здорово увеличивать пространство комнаты и освежать немножко квартиру. И он, кстати, вот такой вот варсинистый. Тоже как мягкая игрушка. Вот такой вот аккуратненький коврик. Он, конечно, в кадр не вмещается, но я вам покажу уже, так скажем, на полу, когда он будет. И, кстати, с обратной стороны у него есть прорезиненные такие тычинки, которые не дают ему скользить. Буквально через 2 дня ко мне пришла уже 2-я коробка. Вот она. Я решила доснять это видео и посмотрим сейчас, что же мне пришло. Итак, первый пакетик. Открываем. Рубашка из натурального шелка. Я давно такую хотела. На Shein сейчас очень много вещей именно из натурального шелка. Они, конечно, не очень бюджетные, но очень классные. Шелк всегда, на мой взгляд, смотрится очень дорого, очень стильно. И такая рубашка, это прям классика, мне кажется. Далее следующий пакетик. И это, между прочим, юбка к моей рубахи, которую я, кстати, называю батина рубаха. Она такая клетчатая, рабочая, хотя многие из вас ее похвалили, но для меня она все равно какая-то батина. Юбка, конечно, смотрится уже более изящно, чем рубаха. Юбка, кстати, классная, она мягкая, теплая, как раз на холодное время года, чтобы там ничего не продуло. Главное, чтобы было тепло. Я уже знаю, что здесь внутри. Тут у нас должны быть варежки. Вот такие аккуратненькие варежки белого цвета. Они, конечно, с виду смотрятся тонковатыми, но безумно красивые. Сейчас я их примерю. Они с очень мелкой вязкой, но смотрятся стильно. Не на сильный мороз. Далее, это мне мама заказала брюки, чтобы я и взяла. Они, кстати, утепленные. Ну, самые обычные брюки на кулиске. И внизу они, кстати, с резинкой. Качественно здесь все выполнено, аккуратно. По-моему, в прошлой распаковке я заказывала кошкам матрасик. И я сказала, что надо заказать еще один, потому что я его заказала только одной кошке, а вторая осталась без всего. Поэтому вот еще один матрасик. Правда, они сейчас не особо на нем спят. Первое время он у них пользовался спросом, а сейчас как-то лежит забытый где-то в углу. Поэтому я вот не знаю, нужен ли этот матрасик им теперь. В Инстаграм сейчас можно заметить, что если вы часто заказываете в каком-то онлайн-магазине вещи себе, то потом всплывают такие рекламки с какими-то самыми популярными их вещами. И мне с Shein там часто всплывают тоже эти рекламы. Благодаря этой рекламе я заказала себе целых 2 костюма. Их там, кстати, нереально быстро разбирают. Это идеальные костюмы для зимы. В комплекте их сразу идет 2. То есть я их брала не по отдельности, а сразу набором. Вот такие вот коричневые штанишки. Они с утеплением. Но я опять же не скажу, что они прям супер плотные. Бывают и плотнее. И такая же кофточка, тоже утепленная, но когда я ее навожу на свет, то она слегка просвечивает. Для повседневки очень классный вариант. Я думала, второй костюм черный, а он оказывается серый, светло-серый. В общем, вот такие вот штанишки, тоже на резиночке, аккуратненькие джоггеры. Удобная спортивная классика, без каких-то рисунков, надписей. В общем, то, что я хотела. Ну что, давайте протестируем это новое изобретение для кудряшек. Посмотрим, что в итоге получится. На эти сосиски нам необходимо закручивать волосы. Я начинала с боковых прядей, а потом двигалась уже назад.
А резинками, которые находятся на концах, волосы фиксируются. В принципе, они неплохо их держат. Этих сосисок хватило как раз на все волосы. И я решила попробовать оставить это все на ночь. Мне кажется, результат так будет круче. Итак, уже утро. Я только проснулась. С добрым утром. И давайте посмотрим, что в итоге у меня вышло. Расплетаем все вот это вот мое непонятное на голове. Локоны получились аккуратными, ровными. В общем, результатом я оказалась довольна. Они такие упругие, прям как будто я использовала плойку. Без заломов, абсолютно нормальные, красивые пряди. Итак, а теперь немного о тампонах без веревочки. Я вам обещала в распаковке рассказать, времени их протестировать у меня было очень много. Губка сама по себе очень мягкая, она невесомая, легкая, и вводятся они довольно-таки легко. Только перед применением их нужно увлажнить водой, и внутри абсолютно не ощущаются. По поводу впитываемости, они у меня работают точно так же, как и обычные тампоны. Минусы, конечно же, тоже нашлись. Например, доставать мне было их не очень комфортно. Во-первых, нужно найти вот эту петельку, за которую необходимо потянуть, и получается, ты пальцем соприкасаешься с этим тампоном. Но если, к примеру, взять вот эти тампоны и менструальную чашу, то я выберу тампоны, потому что с менструальной чашей у меня вообще беда. У меня однажды не получилось ее вытащить. Ну, в конце я, конечно, ее вытащила, но осадочек остался. Я настолько боюсь этих чаш, что даже теперь в их сторону не смотрю. В принципе, я думаю, идея неплохая. Можно воспользоваться где-то на пляже, бассейне, если вы не хотите, чтобы была какая-то неприятная ситуация, и, не дай бог, веревочка где-то не выскочила на всеобщее обозрение. Ну а в том плане, для чего он изначально предназначен, я не пробовала, потому что в эти дни я кексом не занимаюсь. И да, я нормально не говорю это слово, потому что YouTube за это теперь снимает монетизацию. Но еще, если сравнить с ценой обычных тампонов, эти намного дороже. На этом мое видео подошло к концу. Если вам оно зашло, то ставьте большой-большой пальчик вверх. Обязательно смотрите мои предыдущие видео, подписывайтесь на мой Instagram и TikTok. С вами была Таня Стрелова, всех люблю и всем пока. И да, кстати, все ссылки на вещи будут в описании.